Я просто похлопаю. Непонятно же! Вода, вода! Вода, вода, вода! Это канализация. Вы что, ебанутые, что ли? Сейчас все исправим. Поехали. Шел нахуй отсюда с моей кухни. Шоколадка. Да чё, мастурбирует. Закончила с покупками для церкви? Да. Тогда не отведешь ли ребят в церковь? Они вроде как ищут церковь. Помощь церкви им не помешает. Что скажешь? По-моему, чистая химия. Это я вернулся, опасный поцик. Похоже на это. Спустя 14 лет. Жизнь. Нарушаешь закон обмена веществ. Конечно. Это философский кал. 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 Его я и искал. Отдай его мне. Вы знаете, что это лишит нас надежды? Руку напрягай! Что станется с этим городом? Я разрушил этот город. Я превратил воду в гной. Я создал говно. Я превратил вино в... Я вернул к жизни Бога. Превратил деньги в говно. И дал людям пизды. Жизнь говно. И так, позвольте продемонстрировать вам силу философского кала. Вау! Ну что, риска, приебал, не риска. Капалиный пух! Ты пытался воссоздать человеческий анонизм. Нарушил самый страшный запрет, за что и потерял часть своего тела. Так вот, почему тебя прозвали рукой. Ты химик.